почему нельзя включать фонарики. Он сказал, чтобы не привлекать внимания. Но здесь же никого нет. Я знаю. Здесь никого нет. И не будет, потому что мой план сработал. Какой же ты болтливый. Просто говорю, что я молодец. Здесь направо, вниз по улице, и за последним домом будет набережная. И финиш. Перейдем реку, и что потом? Куда вы отправитесь? Не знаю. Мы пойдем в Вайоминг. Эй, штат большой, еще двоим места хватит. Да, но может мы просто поздравим друг друга и распрощаемся. Он еще передумает, поверь мне. Так всегда бывает. Сначала он такой: нет, Элли, этому никогда не бывать. А я такая: а если я попрошу еще миллион раз? И потом он... Бежим, бежим! Живо! А это что за херня? Заткнись. Твою мать, бежим! Скорей! Вы куда? Подальше отсюда! Блядь! Блядь! Что будем делать? Сидите здесь. Что? Если не дергаться, он вас не заденет. А я обойду дом, попробую попасть внутрь и убрать его. Да он ведь просто убьет тебя. Сейчас темно, и у него дерьмовый прицел. Не убьет. Тогда он убьет нас. Ты мне доверяешь? Опусти пушку, передай ее мне и посиди здесь еще час. Это все, что от тебя нужно. Только не глупи. Прошу.